Ну а ежегодно ко Дню российской науки указом главы республики деятелям в этой области вручается Госпремия республики имени Черяева. Одним из обладателей такой премии в этом году стал преподаватель Нерюнгринского филиала СВФУ, рассказывает наш корреспондент в Нерюнгре Виктория Харитонова. Для того, чтобы доказать, что сейсмоактивность в некоторых участках Нерюнгринского района имеет показатель выше, чем это указано на картах, команда исследователей под руководством опытного профессора в области технических наук потратила более 6 лет. Итогом такого научного открытия стала новая сейсмологическая карта Нерюнгринского района, за которую и была присуждена премия в области науки и техники. У нас была тематика, именно федеральная тематика, это заказ Министерства науки и образования Российской Федерации, который мы выполняли порядка 6 лет. И вот по результатам этих исследований мы выделили те районы, провели районирование, что именно доказали, что наша территория входит в 8-бальную зону. И эти данные вошли к изменению СНИП, и то есть это узаконено. За 30 лет своей научной образовательной деятельности профессор Николай Гриб подготовил 12 кандидатов и одного доктора наук. В филиале университета Николай Гриб работает практически с самого его основания и уже очень много лет является заместителем директора по научной деятельности, а также заведующим кафедрой «Горное дело». Строгий, но требовательный преподаватель. Благодаря этому многие студенты добиваются хороших результатов и в дальнейшем получают хорошую работу ученых. Сегодня Николай Гриб имеет множество наград и научных титулов, является заслуженным деятелем Республики Саха-Якутия и действующим членом Академии наук. Останавливаться на достигнутом профессор не собирается. Впереди, по его мнению, еще много новых открытий и талантливых учеников. Виктория Харитонова, Дмитрий Горбов, НВК Саха, Нерюнгри.